Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Вітаю, друзі! 6 січня, субота, традиційне зведення з військовим експертом, полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Що ж, офіційно вже є підтвердження по влучанню критичної інфраструктури окупантів в Криму. В районі Євпаторії аеродром біля САК є влучання. Що кажуть наступне? Офіційно наші представники Генштабу, що розбили їхній командний пункт. І також, пане Романе, кажуть, що там якась була дуже потужна система, яка контролювала все ППО Криму. І також є влучання. Аеродром Сакі, Новофедоровка. Мы в позапрошлом году 3 ракетами уничтожили там эскадрилью сушек. Там стоят Су-24 и Су-30 основной. Это аэродром морской авиации, так называемый. Рядом большой склад военный. И, естественно, это один из основных центров россиян и в управлении в том числе. И связи. И в управлении южным направлением. То есть это был один из таких жирных целей в ближайшее время, которые должны быть уничтожены. Вот он уже есть подтверждение об уничтожении. Скорее всего, там находилось, а это КП, командный пункт практически всего Крыма, там находилось довольно-таки высокопоставленные лица российского министерства обороны, вплоть мог быть там и Герасимов, есть такая вероятность того, что пропал Герасимов, россияне там сейчас его ищут, но это может быть, конечно, из запоя не вышел, все-таки новогодние праздники, неделю как минимум будут выходить, хотя вариант того, что он тоже был поражен на этом пункте, есть хотя бы 1%, это как минимум. Продолжаем выполнение этих задач. До россиян однозначно не доходит. Но у нас, если мы в позапрошлом году по САКам отработали, причем довольно-таки успешно, то как только появятся у нас дальние средства поражения, мы уж точно будем работать, продолжать эту работу. То есть до россиян это не доходит. У нас есть чем бить. Есть несколько ракет, полдесятка ракет, это как минимум. Туда уже доходят Storm Shadow, скалпы, наши Нептуны, Гарпун может дойти, ЕРКа может дойти, та же Харм ЕР с большей дальностью, либо на F-16, если можно будет подвесить, поднести. То есть, по большому счету, у нас есть чем бить, и будем продолжать бить по Крыму, по военным объектам, вплоть до полного их уничтожения. Главное, чтобы наши партнеры нам не уставали передавать эти самые средства поражения. Ну от, власне, про те, що могли ліквідувати Герасимова, прокоментував і керівник головного управління розвідки Кирил Богданов. Він сказав, що достовірної інформації немає, але він не спростував і не підтвердив. Тобто все може бути, так як ви, пане Романе, кажете. Також Богданов згадав про рейд головного управління розвідки з нашої спецури в Бєлгород. Про Бєлгород ми багато останнім часом говоримо. І, власне, він каже наступне, що ця операція була вкрай успішною, і повідомив наступне, не видаючи інформації, Богданов, що було як мінімум важко поранено дуже значущу якусь особу керівну офіцерську, яку відразу відправили гелікоптером з Білгорода в Москву. Это ж от якраз і є ця інформація по поводу какой-то слишком високопоставленої особи. Вона гуляє зараз по информационным пабликам российским, это их подача, то есть они с Нового года не могут найти Герасимова. Все засветились с перепитыми лицами, а этого найти не могут. Потому варианта 3. Либо он с запоя еще не вышел с новогоднего, либо был поврежден в районе Белгорода, и вот его отвезли в Москву, либо он был уничтожен в командном пункте, на командном пункте в САКах. Вот варианты этих 3, но скорее всего, первыми их подтвердят именно россияне. То есть оттуда будет информация. А дальше посмотрим, как они с этой информацией будут работать. Ну, по крайней мере, у нас есть надежда, что мы похоронили одного из участников принятия решений широкомасштабного нападения на Украину и виновника сотен тысяч смертей украинцев.
Пане Романе, якщо говорити про Z-пабліки, які постійно висвітлюють окупаційну війну росіян, вони регулярно пишуть, що відбувається на фронті. І от про атаку на Крим. Вони пишуть наступне, що істребітель НАТО F-16 со сторони Румынии помогли ВСУ нанести удар по Криму 4 января. Об этом сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на собственные источники. Скажите, пожалуйста, ну тут, напевно, два варианта. Або вони хочуть так виправдати враження своїх командних пунктів в Криму, або, можливо, справді помагають тихенько нишком-тишком авіація НАТО. Первая группа минимум летчиков украинских уже готова была где-то в начале декабря выполнять боевые задачи и, скорее всего, переучились. Это те летчики первого класса с большим налетом, для которым нужно было всего лишь несколько смен для того, чтобы переучиться на F-16 и выполнять боевые задачи. Потому где-то месяц назад у нас эта первая группа была готова. Это как минимум эскадрилья группа. Это где-то эскадрилья в 12 летчиков. Ну, естественно, была возможность использовать F-16 при выполнении боевых задач. Россияне неоднократно этот вопрос подсвечивали у себя. Ну и исходя из некоторых механизмов и способов выполнения боевых задач ракетами в основном по глубинным целям, было видно, что работают не Су-27, не МиГ-29. То есть работали какие-то из самолетов именно натовских, которые могли управлять ракетами, сбрасывая их, запуская их с воздуха. То есть летчик управлял ракетой. Но есть определенные технологические особенности, по которой можно было определить, что около месяца уже как минимум несколько бортов работает. Вопрос базирования, ну где угодно они могут базироваться по большому счету, в любой стране Европы, использовать или не использовать аэродромы подскока. Дело в том, что F-16 с подвесными топливными баками, у него боевой радиус до 1000 километров, и по большому счету он может выполнить задачу и с аэродрома вне Украины, и используя аэродром, любой оперативный аэродром на нашей территории, используя как аэродром подскока, то есть до заправки, если это нужно. То есть по большому счету теоретически и технически, технологически это уже могло давно выполняться, где-то уже как с месяц. Потому не исключена возможность того, что и F-16 в том числе работали по Сакскому аэродрому. Хотя базовая версия, это, конечно, наша основная, то есть это либо «Нептуны» наши, БРК, он туда достает береговой ракетный комплекс «Нептун». «Нептун» достает до западного побережья Крыма, по крайней мере, те модификации, которые сейчас есть. Они разрабатываются больше плюс 100-150 километров, то есть они будут доставать и до Керченского моста. Но и однозначно работа наших Су-24-х не исключается, так как самолет несет две ракеты, либо «Скалп», либо «Сторм Шэдоу» на переходниках, пилонах торнадовских. То есть, по большому счету, здесь три варианта, все три имеют место быть, так сказать, как минимум теоретически. Пане Романе, і далі про авіацію. Нагадаю нашим глядачам, що 22 грудня Олещук, командувач Збройних сил України повітряних, повідомив наступне, що було збито 3 Су-34-х 24 грудня. Ще одну сушку 34-ту було збито, вже 4. Ну і от вчора ми з вами говорили, ГУР продемонстрував спалювання ще одного Су-34. Тобто ми маємо з 22 грудня 5 одиниць сушок 34-х. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже, що під дією санкцій Росія може виготовляти в рік 2-3 подібних літаки. Тобто так виходить, що ми їм за два тижні ліквідували півторарічне намагання збудувати оці от літаки. А до этого еще в прошлом году весной була збита Су-34, був збит над Єнакієва, збрасували каби на Авдіївку. В маї місяці були уничтожені Су-34, Су-35 і 3 Мі-8 над Клінцями російськими в Брянську. Это Патріотом. То есть ми сушек в прошлом году положили как минимум двухлетнее производство, имеется в виду Су-34, двухлетнее производство. А реально они самолетов где-то в общем количестве делают до двух десятков по году. Это небольшое производство.
для России, то есть так как мы их уничтожаем больше, чем они производят, то по большому счету у них, они сейчас уже даже не с колес работают, то есть они уже, у них идет минус, а тем более им приходится сейчас отгружать самолеты на Иран, это как минимум там Як-130 пошли, Ми-28 вертолеты, Су-35 они должны передать иранцам. То есть, по большому счету, парк, самолетный парк у россиян уменьшается. Ну, а если подтвердится наше предположение о том, что работают уже наши пилоты на F-16, то в ближайшее время могут сбивать борта и над Крымом в том числе, либо над полем боя, как минимум, западным. То есть на запорожском западном направлении, либо на херсонском направлении, особенно на херсонском. Там оптимальный вариант как раз работать авиацией, вообще начинать работу именно с левого берега и в направлении Крыма. То есть вот это расстояние от Херсона до Керчи, оно, можно сказать, основное на этот год работы и авиации. Да, вот это весь, вся эта площадь, основное направление работы нашей авиации в этом году, включая, конечно, предполагаемые передаваемые F-16. Ну, до речі, в підтвердженні ваших слів Стратком ЗСУ повідомляє наступне, що також було вражено склад боєприпасів, от є Первомайський. Це також цей напрямок і були потужні вибухи. Пане Романе, якщо говорити про власне обмін полонених, на днях ми зуміли повернути понад 200 хлопців наших і дівчат-героїв. Несподівано звернувся Рамзан Кадиров, керівник Чечні, через медіа про те, що він благає про зняття санкцій з родичів, натомість готовий віддати військовополонених. Давайте послухаємо. Вони пленні вдома у нас знаходяться. Ми добре обращаємося з ними вдома, тому що вони бідолаги, вони не винуваті на самом деле. Ну, не винуваті моя мама, і жена, і дочеря там. И племянники мои, да, они никогда не участвовали в никаких политических, да, ну, как-то, игра, да, и никогда даже слова не сказали, да. Я говорю, да, я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных, европейских стран, до тех пор, пока они не будут, да, менять свою, да, позицию против отношений против нашего государства и против мусульман всего мира. Да. И поэтому против меня ведите все, что хотите. Да. Ну, семью, да, мать, да, не трогайте. Да. Если им важна, да, жизнь этих людей, там, если они хотят объединить семьи, да, если они вот такие, да, хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат. Да. Пане Романе, виявляється, що санкції таки припікають росіянам, попри те, що вони регулярно кажуть, що вони зуміли стати з колін і працювати в таких умовах. Ну, діло, мабуть, не в тому, що там сильно давить, а в тому, що от в цьому спічі він признав себе винним. Говоря о тому, що його родственники не винні, він же косвенно признає о тому, що він сам винний. Вопрос санкцій, вопрос особливо обміну пленными. Вот это очень плохая тема, очень плохая. Запустил ее в свое время Абрамович вместе с Арахами, и тогда нарахамили Абрамовичу снятие санкций за обмен пленными. Помните, как он часть наших военнопленных завязал на снятие санкций? То есть это наоборот. Сначала появляется вопрос какой-то, который нужно решить за долю малую, допустим, снять санкции с Абрамовичем, что-то себе нарахамить. А потом думают, а чем это прикрыть? А давайте прикроем обменным пленными, чтобы никто не вспоминал, что нарахамили снятие санкций с Абрамовича. Ну, то есть это вот так подлинно политики, наши в том числе политики, так прикрывают иногда свои делишки по выполнению задач с нашими противниками. Вот после этой подачи, естественно, наши пленные остаются в плену, их никто не выпустит, а дальше будут предложения такого же уровня. То есть вот от Кадырова поступило предложение: «Снимите с меня санкции, опять же, за долю малую», это однозначно. Сначала это так все
все происходит. А потом отдавайте чем-то прикроем. Ну, он возьмите 100 пленных, чтобы все остальные об этом не говорили в отрицательном моменте. То есть это так делается. Сам участвовал в обмене пленных до своего плена, после своего плена. И пока Медведчук не выпал с такого же уровня предложениями и перекрыл, и остановил движение обмена пленными, эти все вопросы решались. Та же самая картина и здесь. Пока военные будут решать вопросы обмена пленными, обмен будет идти. Как только кто-то решит себе что-то наарахамить и начнет прикрываться обменом пленными, сразу останавливается обмен, и пока не будут выполнены определенные условия. Мы это уже видели. Требования по прокачке аммиака, снятие санкций, в том числе подключение к СВИФТу, всего и вся того, что они там хотят. И, естественно, вот и Кадыров туда же, в ту же сторону начал двигаться. Обмен пленными должен быть оторван, разорван полностью с любыми такого рода требований. Иначе мы их вообще, наших пацанов, не увидим. Если мы еще раз пойдем на обмен пленными под какие-то экономические, финансовые, политические и другие требования, то тогда пленные переходят в разряд заложников, причем конкретных заложников, которые будут выдавать по чайной ложке, и пацаны там сидеть будут очень долго. Потому здесь надо прекращать эти все моменты. Занимается Главное управление разведки, занимается Будана. Вот он единственный, кто может решать такого рода вопросы. И ни в коем случае не в привязке к каким-то снятиям санкций, включением, выключением, экономическим, политическим моментом. Иначе, до окончания войны, до уничтожения российской армии мы своих хлопцев не увидим. И это надо четко понимать и пресекать сразу, на взлете. Вот не пресекли тогда Рахамию, не сбили его на взлете с этой идеей снять санкции с Абрамовича. Вот теперь уже второй год получаем эту проблему. То есть, нельзя подпускать политиков, к военному делу, на пушечный выстрел их нельзя подпускать. Если пролазят, гнать метлой, и чем дальше, тем лучше. Потому что жизни наших ребят намного важнее, а там каждый день в плену, по себе знаю, каждый день в плену за год, получается, идет. Потому очень плохая, вот это очень плохая тенденция. Сейчас посмотрим, как наши опять отреагируют на это дело. Но лучше бы вообще никак не реагировали. Занимайтесь по военной теме, разведки занимаются. Ну, так и надо заниматься дальше, продолжать. Ну, до речі, керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов публічно вже прокоментував висловлення Кадирова, сказав, що дуже дивно, що він про це говорить в медіапросторі. Тому що якщо він справді хоче обміну, він знає, куди і як звертатися. От, власне. И есть вот обмен, только вопрос обмен, не обмен на санкциями, а обмен пленными, потому что у нас есть пленные российские, у россиян есть наши пленные. Тысячелетняя история ведения конфликта, она уже выработала определенные, сама история, то есть сама ситуация выработала определенные механизмы и правила обмена военнопленных, и вот они только работают. В последнее время ж политики сильно... Они просто прикрываются, они же не за наших военнопленных они беспокоятся. То есть они прикрываются пленными, переведя их в режим заложников. Это очень опасно, очень опасно. И на это идти нельзя ни в коем случае. Пане Романе, про можливі атаки потужні окупантів. От Інститут вивчення війни, а перед тим видання The Telegraph наголошують на тому, що Росія може накопичувати серйозні резерви, хоча для нас це не є новиною, на північно-східному напрямку в районі Куп'янська і рухатися в бік Харкова. Загалом ідею фікс телеграф Путіна в 24-му році називає окупацію Харкова, і це вже прокоментував представник ГУРу Юсов. Каже, що справді вони можуть тут посилити свої атаки. Пане Романе, взагалі, наскільки реально те, що окупант може зайти в Харків? Ну, здесь просто йде, я в останнє время смотрю, несколько публікацій останніх несколько днів, йде чуть не уточнення, вірніше, коли громадяни починають о чому-то говорити, широкие понятия получаются. Здесь лучше военных слушайте. Они всегда уточняют, понимая, что
что такое Харьков и Харьковская область. Харьков – это Харьков, а Харьковская область – это Изюм в том числе, вернее, не Изюм, а Купянск в том числе – это Харьковская область. То есть те потуги россиян занять Купянск, наступая со стороны Вилуек. И гражданские иногда агентства они показывают как попытку наступления на Харьков, подменяя понятие Харьков – Харьковская область. Угу. То есть ничего Харькову и Харьковской области, правобережной, имеется в виду, если по осколу смотреть, ничего не угрожает. Сейчас на данный момент нет в этом районе никаких серьезных формирований, которые могли бы как-то угрожать Харькову и большей части Харьковской области. Левый берег оскола, вот левый берег оскола, да, это Купянск узловой, направление в сторону Луганской области, там рядом сразу Луганская. То есть вот эта подмена понятий, немножко подмена или неуточнение, приводит к определенной сумбуру в восприятии действительности. Да, есть в Валуйках достаточное количество войск для того, чтобы усилить давление в сторону Купянска. Но это Валуйки, за Валуйки мы уже второй год рассказываем, за Купянск как минимум полтора года уже говорим, то есть это давление есть, оно было, есть, оно будет, пока мы полностью не зачистим от россиян Луганскую, Донецкую области, Донбасса, ну и часть, естественно, Харьковской, так как Купянск, Купянск узловой, это часть лівобережної Оскольської Харківської області. Пане Романе, і також американський генерал у відставці, звати його Філіп Брідлау, прокоментував ракетну атаку масовану 4 січня. Нагадаю нашим глядачам, що наші сили протиповітряної оборони зуміли ліквідувати, збити 10 з 10 ракет класу «Кинджал». Так от, він сказав, що наші сили ППО вже ввійшли в історію, тому що до цього моменту багато хто, в тому числі, я так розумію, і він, думали, що «Кинджали» збивати нереально або вкрай складно хоча б одну збити. А тут він каже, що на базі Збройних сил України ми зрозуміли, що можна збивати. 12 самолетов эскадрилья, 12 самолетов МиГ-31К есть у россиян. Там два самолета вышли из строя, там в одного двигатель сгорел. Ну, старые самолеты, старые дедушки, им уже больше 30 лет. У второго система топливная полностью практически вышла из строя. Крысы, скорее всего, мыши поели называется. Летает 10 самолетов сейчас, 10 МиГ-31К. Вот весь состав авиации, которая может нести кинжал, был поднят в воздух, и они сбросили 10 кинжалов. Все они шли на столицу, естественно, Патриот, который прикрывает столицу, все их сбил. И это такой серьезный показатель. Ну, во-первых, показатель работы Патриота, то есть американская система противовоздушной обороны, ну, надежная, то есть выполняет свои задачи. Так как кинжал непростая цель, непростая, потому что аэробаллистическая цель с определенной возможностью рыскания по нисходящей баллистической траектории, вычислить точку встречи очень сложно, а тем более кинетическим ударом. То есть это не взрыв в передней полуплоскости, это непосредственный удар по самой ракете, которая идет со скоростями в районе 2 махов, когда заходит уже в атмосферу перед землей, но и противоракетой, которая идет со скоростью больше 4 махов. То есть, по большому счету, общая скорость встречи больше 5. То есть гиперзвуковая в этом смысле, можно сказать. И тем не менее, Патриот выводит противоракету на таких скоростях, на сходящихся скоростях, в точку встречи, вычисляя ее там, ну, практически до сантиметра, и выполняя эту задачу. Все 10 кинжалов были сбиты. То есть это действительно серьезный показатель именно работы, во-первых, самой системы «Патриот» и наших расчетов воздушных сил Украины, противовоздушной обороны, которые выполнили успешно поражение этих ракет и выполнили атаку на отлично. Пане Романе, також вже офіційно повідомила Норвегія в себе в Твіттері, виклавши фотографії, що вона передала дані F-16, на яких навчатимуться наші пілоти. Що цікаво, Пентагон повідомив наступне, що навчання наших пілотів –
цитую, завершиться в 2024 році. Трішки, мені здається, відрізняється зараз риторика Пентагону, тому що раніше казали кінець грудня, початок січня, а тут взяли в об'єм весь рік і кажуть, в 2024 ми завершимо навчання. Нет, надо просто понимать группы. Дело в том, что заходили, ну, выделялись определенные группы летчиков, отбирались, обучались сначала языку, английскому, техническому английскому языку. Это очень сложно, кстати, технический и английский, тем более перевести еще и в другую систему измерений. Это тоже сложновато. Ну, решаемо, но для этого надо определенное время. Потому у нас сейчас градация есть полетному составу, который начал обучение в ускоренном темпе, это тогда, когда взяли вот это, о той группе, о которой я говорю, когда отобрали летчиков первого класса с налетом больше 1000 часов на истребителях, и они в первом потоке переобучились на F-16 и выполняют уже боевые задачи. И есть группа, и, естественно, есть группы первого, второго класса, а есть группа летчиков, молодых летчиков, которые поехали переучиваться в Америку, то есть Соединенные Штаты, они взяли молодых летчиков и будут их обучать, ну, чуть ли не целый год. То есть мы получим через год полностью готовых, ну, а молодых летный состав, который будет еще лет 30 выполнять эти задачи на F-16, либо на других самолетах. То есть это такое кардинальное переучивание. Потому как раз именно о них и говорят наши американские друзья. Они говорят о той группе, которая обучается именно в Америке, на американских базах. Там знаю по своим друзьям, которые в свое время еще в 93-м году, Леша Мельник, летчик, сейчас обучался в американских университетах вместе с Гриценко, Анатолием Гриценко, они в паре тогда работали, переобучались, 93-95 год. Вот Леша сейчас работает, Алексей Мельник, ведущим сотрудником Центра Разумкова, аналитиком военным. И зная, как досконально американцы подходят к переучиванию, к обучению, к переучиванию из первых уст, так сказать, они переучивались тогда, выполняли эти задачи. И понимая это, для этого надо много времени, около года. И вот это полная годовая программа полного переучивания на F-16, причем взяли молодых летчиков с меньшим налетом, то есть и меньшей классностью, и доведут они до уровня первого класса, дадут определенный налет, там сотни часов надо налетать на F-16, на все виды полетов, получат допуска на выполнение боевых задач, и в том числе во всех погодных условиях. Плюс, скорее всего, получат еще и инструкторские допуска. А инструкторские допуска – это примерно такая же программа. Сам инструктор, знаю прекрасно, сам получал, сам давал инструкторские допуска. Это примерно повторение общей программы переучивания. То есть сначала переучиваешься на самолете полностью, его осваиваешь, потом получаешь инструкторские допуска, опять же, на все эти виды полетов, начиная от полета по кругу и заканчивая полетами при минимуме на выполнение боевых задач в воздухе. То есть, по большому счету, такая двойная программа. Вот, скорее всего, наши летчики в Америке, они еще и как инструктора вернутся, и молодые впереди, у них такая долгая инструкторская работа по переобучению и обучению летного состава уже у нас на наших базах в Украине. Пане Романе, і про постачання зброї Північної Кореї балістики росіянам. Міністр оборони Британії Грант Шепс пригрозив Північній Кореї Кім Чен Іну серйозними наслідками через передачу цієї балістики. І загалом, яка ситуація в цьому регіоні, південно-корейські телебачення, ЗМІ передають, що Південна та Північна Корея готуються до повномасштабної війни. Давно пора. Если реально уже об этом говорить, давно пора, десятки лет Южная Корея страдает, и Япония в том числе, и вообще люди в этом регионе страдают от этого северокорейского пончика, который доведет в конце концов до десятков, может довести до десятков, сотен тысяч погибших и утраченных жизней гражданских лиц. Оно же всю голову. То есть, по большому счету, этот вопрос надо решать, и его надо, этот режим автократии, который поддерживается россиянами и китайцами, его уже давно надо на ноль помножить, задавить, потому что
ну, опасность. Опасность, во-первых, для рядом живущих народов, ну и вообще для всего мира, так как он уже начал использовать определенные космические технологии, забросили спутник свой в слежение, значит, а это значит целеуказание, ну и так далее и тому подобное. То есть развивается их, в таком случае их лучше задавить на взлете, то есть сбить на взлете, чем потом в воздухе их ловить, эти автократии, вот как Россию или тот же Китай или тот же Иран. А потому Северной Корее надо уже давным-давно решить этот вопрос, и то, что там собирается хорошая триада сейчас, Соединенные Штаты, Южная Корея, Япония. Ну, не слабые государства, как минимум, не слабые. Потому, я думаю, этот вопрос сейчас в этом году будет решен. То есть Северная Корея сама попала сейчас под раздачу после того, как начала непосредственно участвовать в войне, в геноциде украинцев своим оружием, передачей боеприпасов, техники, инструкторов. Только за это их уже можно, и режим этот, по крайней мере, множить на ноль. И, в конце концов, освободить народ Северной Кореи от этого ига автократизма, к которому стремится Китай, к которому стремится Россия. То есть они на малой части народа корейского попробовали эти механизмы и сейчас будут имплементировать себе. Китай себе, Россия себе. Потому с Северной Кореей надо однозначно эти вопросы решать, вернее, с режимом Северной Кореи. Причем для нас это довольно-таки положительный момент, так как растягивает внимание китайцев и россиянцев, растягивает по линии фронта где-то в 10 тысяч километров. Расстояние где-то от Кореи до України от где-то такое в районі 10 тисяч. Пане Романе, і після потужних влучань в Криму останніми днями, так, і оце от ми з вами говорили і в Саки влучання, і от інші командні пункти біля Джанкої, Севастополь, відбулася розмова з Ердоганом, Володимир Зеленський поговорив з Ердоганом, що цікаво, Анкара каже про готовність прийняти мирні переговори і бути посередником. Ми вже таке десь чули від них. А как только мы начинаем работать по портам российским, причем начиная уничтожать определенные припортовые структуры, тут же вскрывается Эрдоган, включается его эта барыжная сущность, и он начинает пытаться как-то разрулить ситуацию. Вот это то, о чем я говорил недавно. То есть было заметно, когда наша спецслужба «Малюк», служба безопасности Украины, «Мамаями» и это два «Бека» и «Си-Бэйби» нанесли мощнейший удар по Новороссийску. В свое время по Новороссийской бухте несколько месяцев назад, когда был поврежден Оленигорский писец этот, или горняк, не помню, как-то назывался, большой десантный корабль. Плюс был уничтожен нефтяной маяк, так называемый. То есть это определенная система перекачки нефти в танкера. И, естественно, скорее всего, а после этого, как бабка пошептала, прекратились удары по Новороссийску, по Новороссийскому порту. Скорее всего, эта бабка и была что-то рядом стоящее с Эрдоганом, может быть, с американскими компаниями, которым надо этот трафик нефтяной, они покупают российскую нефть под видом казахской, прикрываясь там разными корпоративными правами. Потому, скорее всего, именно это участие связало руки Малюку для дальнейшей работы. Вот вчера или позавчера был нанесен удар по Новороссийскому порту, только уже с воздуха, и тут же вскрылся Эрдоган, и давай бежать, звонить, обзванивать, предлагать площадки и опять вспоминать зерновой коридор. Вообще непонятно, почему он про него вспоминает, какой зерновой коридор, если мы сами контролируем этот уже трафик. Не только зерна идет, у нас идут суда, погруженные всеми товарами, которые есть в Украине. То есть непонятно, о чем вообще Эрдоган вспоминает, для чего он это вспоминает, какой зерновой трафик, или реально есть какая-то договоренность, которая не дает нашим военнослужащим, нашим вооруженным силам, спецслужбам уничтожать военный объект, Новороссийский порт. Там не важно, что там какие-то маяки, перевалка нефти, это уже проблемы не наши.
у нас война, у нас люди гибнут, мы еще будем об американских, об американской или российской нефти вспоминать и об эрдогановских каких-то барышах, которые он получает от прохода танкеров. То есть, если опять сейчас прекратится работа по Новороссийску нашими, вернее, не продолжится работа по Новороссийску нашими средствами поражения, это значит, вот опять вмешался Эрдоган, опять нарахамили себе какие-то коврижки. Но это вопрос тогда уже конкретно к Малюку, службе безопасности Украины. Должен сказать, генерал, он боевой, по большому счету скажет, если у него конкретно спросят, кто ему запретил дальнейшие удары по Новороссийскому порту. Ему и, естественно, тем генералам, которые отвечают. У нас еще есть генерал Буданов, который может эти вопросы решать. У нас есть вооруженные силы Украины, это уже генерал Залужный, генерал Шаптала. Ну, естественно, Ниниш Папа, военно-морской флот Украины, который также вопросы эти решать может. Начинать освобождение Крыма нужно с уничтожения Новороссийского порта, Новороссийской бухты. Естественно, с уничтожением всех нефтяных терминалов, которые там находятся, так как это один из механизмов обеспечения Черноморского флота и деньгами, и топливом в том числе. Потому вот к нам, к нашим пяти генералам надо конкретно задать вопрос, чтобы показали пальцем, кто это Тарахамия на данный момент, который запрещает дальше проводить операции по уничтожению Новороссийского порта. Ну, а Эрдоган просто засветился, то есть слишком быстро побежал, понимая, что кто-то, может быть, не из этих пяти генералов, не из этих пяти служб решил вопрос. Может, какой-то любитель у нас нашелся, который поднял в воздух беспилотник, который долетел до Новороссийска и попытался его поразить. И тут же вскрылся Эрдоган, давайте искать этих любителей. Так вот, лучше бы у нас таких любителей было побольше, на которых бы просто не смог бы нарахамить Эрдоган чего-то. Создать беспилотники, выполнить полет до 1000 километров и поразить Новороссийскую бухту, по большому счету, может любой любитель такого рода полетов, украинский или любой в мире. По большому счету, это как цель. Вот надо обозначить для всего мира. Новороссийск – это цель, это начало освобождения украинского Крыма. И пока он будет стоять, пока через него будут идти перевалка всего и вся, и там будет обслуживаться военно-морской флот, это будет для нас большая проблема. Потому если кто может помочь в уничтожении новороссийских военных объектов, новороссийского порта, помогайте Украине. Механизмов помощи очень много. А там есть чему гореть, поверьте, вот в Новороссийске как раз при перевалке нефти и нефтепродуктов там есть чему гореть, и военных объектов там достаточно. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, обов'язково підписуйтесь, діліться цим зведенням з родичами, друзями, знайомими. Звісно, ставте лайки і коментуйте. 6 січня, субота. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.